Ви дивитеся парламентський телеканал «Рада», це проект «Точка зору». У нас в гостях мандрівник, письменник Володимир Супруненко. Ми будемо говорити про те, взагалі, чим живе Україна, чим живуть мандрівники, велосипедисти. Вітаю вас, Володимире. От ви до нас приїхали фактично перед самим від'їздом. От завтра їдете далі вже в таку мандрівку, навіть експедицію, так, як ви сказали мені? Пам'ятника Григорія Сковороди, нашого мандрівника-філософа відомого, буде старт завтра о 10-й годині. А взагалі, яким чином ви обираєте місце, можливо, остаточне, куди їхати? Це ваші вже розроблені давно маршрути? Чи от якась є стратегія у вас саме цих поїздок? Ну, вони визникають іноді спонтанно, по-разному відбувається. Просто ізначально мої поїздки, маршрути – це експедиція, це ціль. Я достигаю якоїсь, так сказати, должен определенної цілі во время исследовательской цілі, во время цієї експедиції. І тому залежить навіть від місця старту. Була дорога між Сковороди, да, от я хотів проїхати по його маршруту. Звісно, старт від його пам'ятника. Там дороги запорозьких козаків вокруг там Чорного моря об'їжджали, місця висадки десантів запорозьких козаків. Від місця першої січі, Хортицької січі, откуда я родом, де я живу, в Запорожжі, оттуда був старт і так далі, і так далі. Тобто вже підказує ціль експедиції, ціль маршруту. Це вже скільки років ви вже так мандруєте? Ой, это вообще-то всю жизнь, понимаете, ну так, сознательно, ну, хотя бы за скількох. Я понял, сознательная экспедиция, сознательно я стал ездить, я помню, первая у меня была экспедиция, это украинский кордон, была, ну, одна из первых, скажем так, это когда выникла украинская держава, я подумал, ну, треба визначити її кордони, хай визначають парламентарії, визначають, законодавці визначають, а я повинен проїхати і визначити, як справи. 6 тисяч кілометрів ми проїхали з братом вздовж кордонів України. Ну, це було 90-х років. Я всім нагадаю, велосипедом. Велосипедом, не мотоциклом, так, не автомобілем. Наскільки я знаю, то не дуже просто крутити педалі от весь цей час. Скільки взагалі кілометрів в день, на добу ви проїжджаєте, чи можна проїхати, щоб не зашкодити собі Это самому? Дуже цікавий питання. Значить, ну, звичайний ритм движения где-то там 70, 80, 90 кілометрів їдеш. Ну, буває менше. Вдруг цікаве, так сказати, село, цікавий чоловік, цікавий об'єкт, де ти останавливаєшся, должен його послідувати, должен какое-то время там побути. Или наоборот. Вот, допустим, в Сибири я ехал, когда то мандровать два года назад было в Сибири, доехал, славянская широта, такая экспедиция до Владивостока. Страшно в баню захотел. Вот хочу, суббота, баня, сибирская банька. Ну как ее, так сказать, не попробовать? И в этот день я еду, ну в деревне нет бани, нету, то что-то не получается. Но я очень хотел, световой день длинный, я проехал в этот день 180 километров. Ничего себе. Да, вот так вот хотел. А на наступный день нормально все было? После сибирской бани, как раз попал такие в баню, сибирская баня с медом, это, конечно, супер, я, конечно. У вас есть какие-то особые ритуалы до поездки, до того, как вырушить в такую довготривалую подорож, какие-то особые подготовка, не знаю, можливо, физично, можливо, ну, психологично, теж є якийсь сенс? Ну, понятно, ты настраиваешься задолго до экспедиции, ты уже настраиваешься. Ты какие-то, во-первых, старайся все дела совершить и сделать, привести дома в порядок, чтобы все было, так сказать, хорошо, все закончить. Вот, какие-то контакты обрываешь, наоборот, что думаешь, вот все, как, чтобы не залазить, как говорят, да. То есть лучше потом ты, так сказать, вернешься, уже что-то возобновишь. То есть нужно осмыслить вообще происходящее, что в твоей жизни происходит, поэтому так вот. Ну, ви нікому не кажете там про якісь певні цілі, такі свої, особисті, індивідуальні, ну, щоб, як ви кажете, да, там не наврочити. Не розповідаєте до того, до поїздки? Ой, по-разному. Я ж кажу, що залежить від мети експедиції, куди їдеш, як, з якою метою. Так, да, є якесь щось сокровенне внутрі, яке, ну, боїшся сказати. Думаєш, вийде, не вийде, вийде, не вийде. Тому що от я їхав, допустим, на тот же Дальний Восток, и, представляете, доехал там до Саратова, как посмотрю на указатель, еще 8 тысяч ехать через Монголию, меня аж жах окупил. И вот я, цыганка одна, мне там что-то гадала, я говорю, так выразил какая-то неуверенность, доеду, не доеду, она говорит, вы обязательно доедете. Я говорю, ну я, кроме того, я еще писатель, исследователь, хочу об этом рассказать. А она мне так сумно кажется, а вы не сможете об этом рассказать. То есть, вот, то есть действительно в этом путешествии есть что-то такое, что
ну не то, что ты не сможешь написать, но очень трудно выразить, очень трудно передать словами то, что я ставлю цель, я должен передать это словами, там, видео, фото, угу. Вот это очень в книгах сложно. Ви описуєте, ви ж кожного дня ведете щоденник, да? От ми зараз говорили, ви кажете, все записуєте. Все докладно, наскільки це ж треба, я не знаю, зупинятись, чи все згадаєте, чи все-таки він доповнюється потім. Як та по-разному, буває, їдеш, остановишся, запишеш, буває в кінці дня об этом запишеш, буває потім вспомниш якусь деталь, по-всякому, потім це все треба зложити, потім треба в якийсь формат вписати, так сказати, не просто вилізти. От зараз якраз бачимо на екрані тут такі цікаві різні вироби. Де от найбільше все-таки вас щось здивувало і, можливо, абсолютно змінило ваші погляди? Чи були такі місцевості? Ну, абсолютно міняє, звісно, так я не можу сказати, що абсолютно мене поміняло. Какой був, какой остався, ну, звісно ж, дорога міняє. Міняють ті регіони, коли видиш шире, от цю от огромну планету, розумієте, різні віси, міста, різних людей, різні образи житті. Вот, и понятно, там тут, так сказать, православие, там мусульманство, там буддизм, люди, так сказать, живут по-всякому, по-разному, и ты вдруг понимаешь, что действительно можно существовать, в мире сочетается, как вот цвета радуги, белый свет, да, вот, а он разлагается на разные радужные цвета. Так вот и наш, весь белый свет, вся планета. От, ну, на різні, все має місце бути, ну, в цьому зорі, в мозаїці. Ви кажете, що ви не турист, ви експедитор. Все-таки, що ви досліджуєте в першу чергу? Все. Все досліджую. Прежде всего, у мене різні направлення. Це і філософія. Хочеться, от последняя моя стаття була, там, в Вічу-журналі, це «Жизнь – игра», «Життя-гра», «Жизнь – игра». От я, как бы, так сказати, есть такая, да, даже теория homo ludens, homo sapiens, говорят, есть homo ludens, человек играющий. Ну вот я тоже, так сказать, хотел бы многие явления именно вписать вот эту вот в эту гипотезу, в эту теорию. В путешествии очень часто возникают такие игровые, ролевые ситуации, которые я исследую и которые все в копилку складываю. А какие, например? Это цикаво просто. Ну, допустим, такие вот ехали по Турции. По Турции еду, по этому побережью. И там очень часто встречаются продавцы фруктов, овощей. Вот стоит с сладком, так сказать, турок. Я подъезжаю, я говорю, мне дайте один огурец. Палец показывает, один огурец. Он долго не может понять и накладывает мне килограмм. Ну, как всегда, один ступок. Я говорю, ну, там, йог, один огурец. Наконец до него он долго не может понять, наконец-то он доходит, что один огурец нет. Я путешественник, странник, мне не надо. Ну, да, мне что с собой будут такие огурцы. И он с улыбкой дарит мне этот огурец. Я вдруг понял, что я могу так играться, мне скучно крутить педали. Я проехал еще 200 метров, я прошу один помидор. Проехал еще там 3 километра, я прошу одну картофелину. Один там мандарин. Смотришь, уже через десяток-два километра у меня полный, так сказать, завтрак полностью есть. На следующий день это может, так сказать, повторяться. Или останавливайся возле любого жителя. Говоришь там, привет вам привет с благословенной Украины. Да, вы что? Оказывается, у многих родственники есть. Ну, ой, от кого? А как-то? Я же ждал. Вот, то есть, вот линия игры такой вот своеобразный. И постоянно возникают вот эти вот. А, до речі, а ви не було такого, що от дійсно подружились з кимось або знайшли там якихось своїх близьких по духу людей десь далеко від України? Ну, це постійно проходить, да, постійно. З багатьма так уже дружите? Да. От із французом було, от встретились в Монголії і на Дальньому Востокі, там з українцями, земляками, там з Чернігова дальнобойщик подвозил и так далее. То есть очень много. Естественно, каждый день ты встречаешь человека, с которым, который близок по духу тебе, который хотел бы, как и ты, ну, в силу разных обстоятельств, прикован к дому, прикован к месту, но тоже хотел бы с тобой последовать, которому интересно послушать то, что я говорю, и мне интересно его рассуждение о жизни. Ну, от, и так далее. Ця літня нинішня експедиція, яка до серпня триватиме, правильно, вона суто по Україні буде відбуватися? Ні, мені зараз дві експедиції. Перша експедиція, в один сезон дві експедиції. Це Слов'янський меридіан, це Україна, Білорусія і Россия, и вторая экспедиция, месяц потом передышки, и вторая экспедиция – это путь Ария, это Индия, Непал, Шри-Ланка. Угу. Вы там еще не были? Я там не был, да.
Чогось чекаєте, чогось, не знаю, можливо, от, до чогось готуєтеся конкретно, там саме в Індії і на Шрі-Ланці? Все-таки це мені теж інший трошки. Как, да, ну, мені інтересно, ну, во-первых, детская мечта, это вот пальма, берег океана открытый, это этот вот, вот простор, это люди, которые совершенно другие, совершенно другое восприятие, совершенно другой уровень жизни, социальное, политическое устройство, вот как они себя в мире позиционируешь, что это такое, как живут. Мне это интересно, конечно, посравнить свою жизнь, возможно, как-то вписать в эту общую мировую. Навіть нашу їжу, їхню їжу. До речі, все ж таки, от книга «Український борщ», да, от, це ви теж написали кілька років раніше. Чи цього року це свіже? Ні, ну вона вийшла буквально там в прошлому році. Але писали, збирали інформацію. Так, да, ну ця інформація була, навіть така була, по-моєму, публікація чи в «Голосі України», «Країною дощів і борщів», коли по Україні вандрували, яка якраз був період сезону дощів. Ну, борщ, я тогда, ну, вообще, походишь, мыслишь, поездки, как поесть, то есть еда занимает большое, так сказать, место в мыслях, ну, собственно, как и у каждого человека. И вот я на каком-то этапе путешествия понял, что любая еда, ну, в частности, наш украинский борщ, это не просто еда, не просто насыщение желудка, это и культура, это и философия, это и политика даже, понимаете, то есть через конкретный борщ. В борщи навіть и политика. Да, естественно, это и политика, там, имперский борщ, красный, червоный, ну, это я уже такие свои выводы могу делать, там, философский, да. То есть, ну, я же говорю вот сразу, вот имперский борщ, потому что вот в России любят, москвичи любят, то и красный, для них борщ красный. Для нас цвет красный, это цвет империи, да, цвет, ну, да, Радянского Союза. Такие ассоциации, естественно, они. А где все-таки у нас в Украине найсмачнейший борщ, в каком регионе, або в каком месте? Я как патриот своего края, Запорожского юга, я скажу, что найсмачнейший борщ, это на юге. И, кстати, это в большей степени так оно и есть. Почему? Потому что овощные компоненты, которые присутствуют в борще, это помидоры, сладкий перец, они, естественно, больше растут на юге. Понятно, и на севере есть, но одно дело тут же сорвать с грядки и тут же положить борщ. Що буде головним, можливо, лейтмотивом наступної книги, от по поверненню з Індії, Шрі-Ланки? Чи зараз ви не можете сказати? Ви коли їдете, вже плануєте собі якісь певні моменти, аспекти, на що, ну, звертати увагу? Знаєте, є така пословиця: якщо хочеш узнати, де твоя криша тече, побувай під чужою кришою. Вот. Тут часто бываю в других странах, в других регионах, я обращаю внимание, возвращаюсь опять к своим истокам, возвращаюсь опять к Украине, более того, обращаюсь конкретно к Запорожью, где я живу, так сказать, конкретно, возвращаюсь к Хортице, к знаменитому острову, который номинировали на 7 чудес Украины. И меня раздумывает, что я хочу об этом рассказать, но рассказать совершенно другими словами, так рассказать, чтобы это было понятно жителю Шри-Ланки, понимаете? Чтобы это было интересно жителю. Вот почему я некоторые книги я пишу на русском языке, а потому что я хочу, чтобы в Украине знали, у меня много родственников живет в России, я хочу, чтобы об Украине знала Россия, чтобы Украина знала как можно больше людей, Ну вот так вот, поэтому, так сказать, я, ну, сочетаю украинский, вот украинский бой писал украинскую мову, другие книги пишу. Ну, это уже тут плюс величезный, да. И так. Вот я пытаюсь, даже на английском, так сказать, вот английский, украинский бой, сделал тут перевод статьи английский, чтобы весь мир знал об этом. Да, до речі, можливо, в цьому і наше майбутнє тих туристів, які будуть до нас приїжджати, якщо вони будуть читати книги наших мандрівників, то їм теж буде цікаво це все пройти. Конечно, у вас конечно, є послідовники. Хто це, скільки їм років, чи багато їх, і взагалі, як вони у вас з'явились? Самі звернулися, от, захотіли теж поїхати? Ну, я, да, через мої книги, мене на родині в Запорожжі знає, звісно, чоловік такий, так, довольно известний, довольно авторитетний среди определенного, так сказать, части населения. Естественно, есть и последователи, тут назовут там Антон Бондаренко, как-то молодой парень, другой, я знаю, Владимир Павлович, я тоже хотел бы. Проехал, кстати, вошел в книгу рекорда Украины, он за самый краткий срок проехал по моему же маршруту, украинская с востока
до Запада України. Uh-huh. А ви готували його якимось чином? Ні, він сам, так сказати, він йде своїм путем. Ще кожен путешественник, це, знаєте, як мені сказав теж мій Сережа Гордієнко, земляк, наш знаменитий пішеходець з Дніпропетровська. Він зараз йде з тележкою, давайте його вспомнимо. Він йде з тележкою до Соловецьких монастиря, везет землю, там же Калнышевский, так сказать, в Соловках похоронен, который прожил 112 лет. Так вот он везет землю в честь этой экспедиции, в честь 110-летия Седова, он стартовал с Седова. Так он сказал, вот самое вы кажете, да? Так он говорил, что каждый путешественник – это несостоявшийся король, понимаете? То есть как бы сам по себе, со своим видением, со своим, так сказать, самолюбием. Да, ну це дійсно, треба мати якусь свою дуже сильну точку зору саме філософську і таку думку, щоб не звертаючи увагу ні на кого, йти самому, так? Йти самому, так? Да, поэтому каждому участнику хочеться свій путь пройти, понимаете? Не повторити чужие пути. Да, поначалу где-то чего-то он, так сказать, може, в детстве прочитал, где-то увидел, пообщался, но потом, так сказать, именно только свой путь, своя дорога каждый ищет, ну, как и в жизни. Вы бы могли порадовать тем, кто хочет начинать, вот такие певные, не знаю, секреты, самое початківцям? Все секреты выдает дорога потом. То есть дорогу осилит идущий. Это я единственное могу сказать. То есть если хотите, так сказать, познать дорогу, если хотите, идите. И не бояться, да? И желательно ни в коем случае. Дорога сама все расставит на свои места, подскажет где-то, она, знаете, как любимая женщина, и обласкает. Ну и коготки может показать, конечно. Не без того. Не без того, да, понятно. Вот. Ну, в конце концов, она тебя отблагодарит слегка. Ну, я вам бажаю, чтобы ваша ця подорож была дуже вдалой, чтобы вам было і кіхтики, да, як ви кажете, але щоб все-таки хорошого щось було більше. Да. Приїдете, повертайтеся до студії, вже ж поговоримо, як все було. Дякую вам за вашу розповідь. Нагадаю, гостем студії був мандрівник, письменник Володимир Супруненко. Залишайтеся на парламентському телеканалі «Рада», адже ми робимо політику зрозумілою.